Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу закваску свою день 5 и 6. Вот такая у меня на 5 день закваска. Меньше жидкости осталось, чем в предыдущий день, если вы видели предыдущее видео. И я ее вновь отливаю, эту жидкость, и просто выкидываю. А оставшуюся закваску, которая сейчас в баночке стоит, я буду перекладывать 30 грамм в новую чистенькую баночку для того, чтобы смешать в дальнейшем с пшеничной и частично ржаной мукой. Как всегда, я придерживаюсь мнения, что точность не повредит, и стараюсь отмерять равное количество по рецепту. Мне нужно 30 грамм закваски. Если, конечно же, будет плюс-минус 2 грамма, 1, это ничего страшного. Это никак не повлияет на процесс. Итак, я отмерила 30 грамм и буду добавлять туда муку. Напомню, что мука у меня влажная. Я проживаю в Финляндии. Поэтому я добавляю меньше, чем 60 грамм воды. Если у вас мука сухая, то вы добавляете 60 грамм, 62, 65. Вы это поймете тогда, когда будете вот так же, как и я, делать постепенно, найдете подходящий вариант. У меня сейчас в холодильнике стоит две закваски, это пшеничная и ржаная. Я на них пеку хлеб. И вот эту третью я сейчас делаю вместе с вами. До этого я еще делала закваски, и поверьте, каждый раз я сталкивалась с разными ситуациями, потому что мука была разная и условия были разные. Итак, эту я смешала закваску и убираю в духовку. Это день 6, сейчас баночка у меня с днем 6. Смотрите, она запузырилась, жидкости сверху уже нету. Она была, поднималась, я наблюдала за ней, была повыше. Сейчас она немножко осела, и сверху у нее образовалась небольшая корочка. В целом она пузырится, и у нее стойкий запах ацетона. Ее в самый раз сейчас нужно подкормить. Я вновь отмеряю в чистую баночку 30 грамм этой закваски. Все остальное я выкидываю. В канализацию ни в коем случае ее нельзя спускать, потому что она придает эффект цемента. И трубы от нее забиваются. Такую ненужную закваску, которая остается, нужно выбросить в биомусор, в биоотходы. Вновь я добавляю воду, добавляю муку 20 грамм сейчас на видео ржаной муки и 40 грамм пшеничной муки, органически чистой муки. Вновь я перемешаю и отправлю в духовку с включенным светом еще на сутки. Посмотрим, что будет завтра. Сегодня у нас день 6. Я вас благодарю за просмотр. Комментируйте, добавляйте. Я люблю учиться и с удовольствием прислушаюсь к каким-то комментариям полезным. Спасибо вам большое за просмотр. Вам прекрасного настроения зимнего, хорошего самочувствия. И всего хорошего. Пока-пока.